Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня понедельник, 17 марта. Вы смотрите Инстафорекс ТВ. В студии Анна Касаткина с последними экономическими новостями к этому часу. Экономическая уверенность в Новой Зеландии растет, а активность в секторе услуг замедляется. В феврале индекс PMI в этой сфере снизился с 57 до 53 пунктов, что, впрочем, по-прежнему говорит о росте. Зато оптимизм новозеландцев относительно будущего экономики побил 9-летний рекорд. В первом квартале индекс экономической уверенности домохозяйств, рассчитываемый компанией Westpac, вырос до уровня в 121,7 пункта. Это максимум с первого квартала 2005 года. Резервный банк Новой Зеландии на прошлой неделе повысил процентную ставку. Хотя опрос компании Westpac проводился до заседания регулятора, многие ожидали такого решения. В марте большее число респондентов рассчитывало на улучшение экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев. Позитивные оценки составили 35%. Однако доля тех, кто ждет роста собственных доходов, снизилась с 12 до 10%. Новозеландский доллар – одна из немногих валют, на которую почти не влияет украинский конфликт. В понедельник киви растет против доллара США. К середине дня котировка пары держалась в районе 85,54 цента США. Эксперты полагают, что бычий тренд по новозеландскому доллару сохранится еще какое-то время, так как разница в процентных ставках будет стимулировать интерес к покупкам киви. Что касается индекса экономической уверенности в Новой Зеландии, значение за второй квартал может оказаться хуже, ведь платежи по потребительским кредитам вырастут из-за более высоких процентных ставок. Вы смотрели новости на канале Инста ТВ. Всего вам доброго. До свидания.